В России первый трамвай пущен в Киеве в 1892 году, затем в Москве в 1903 году и в Петербурге в 1907 году. К началу строительства трамвая в Архангельске он был уже в 34 городах и стал последним, введенным до 1917 года в России. 21 мая 1913 года Архангельская городская дума приняла решение о создании в Архангельске трамвайного движения. Инициатором этого решения был тогдашний городской глава Яков Иванович Лейцингер. Работы поручили псковскому инженеру Константину Репину. Трамвай в Архангельске был пущен 26 июня 1916 года. В то время это было вершиной технического прогресса на севере. Трамвайный путь протяженностью 15 километров охватывал центральную часть города, от улицы Архиерейской, ныне улицы Урицкого, до общины Красного Креста, теперь улица Суворова. Одновременно было построено трамвайное депо на 16 вагономест и тяговая подстанция мощностью 500 кВт. В первый же год эксплуатации трамвай перевез 7 миллионов пассажиров. По завершении строительства Репин уехал, а начальником Архангельских городских электрических предприятий стал его помощник Фридрих Адамович Лиц, который в 1919 году разработал проект благоустройства города с развитием трамвая и электрического освещения. В 1920-х годах трамвай быстро и непрерывно развивался. К 1940 году парк вагонов был значительно обновлен и вырос до 79 единиц. К этому времени трамвайные пути были проложены до лесозавода «Красный Октябрь», а также линии в другие районы города. В 30-е и 40-е годы Архангельский трамвай выполнял больше грузовые перевозки, достигшие наибольшего объема в 1937-1938 годах. Главными грузами были отходы лесопильных заводов, которые отвозились в качестве топлива в городские бани и на электростанцию. Производились также большие перевозки строительных материалов, для чего к строящимся объектам и баням сооружались временные трамвайные пути. Для этих перевозок трамвай имел 8 промышленных электровозов и несколько грузовых моторных вагонов, а также большой парк грузовых прицепных вагонов. В послевоенные годы объем трамвайных перевозок продолжал возрастать, подвижной состав обновился. В 1969 году в Архангельском трамвайном парке было 89 вагонов, а общая протяженность маршрутов составила около 42 километров. Но пришли другие времена. В мае 2002 года из-за плохого технического состояния Кузнечевского моста был укорочен маршрут номер 1. В октябре закрыли ставшие автономными маршруты номер 3 и 4. В мае 2003 года было прекращено движение трамваев по Троицкому проспекту. Единственный оставшийся маршрут номер 2 энергетики отключили за долги в июле 2004 года. В этом же году, 7 ноября, собрание кредиторов Архангельского муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия приняли решение о закрытии в Архангельске трамвайного движения. Архангельский трамвай навсегда ушел в историю.